Здравствуйте, меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре компьютерного обучения, специалист. Имею статус сертифицированного этичного хакера, пентестера, я авторизованный инструктор от организации C-Council и даже трижды лауреат награды «Круг совершенства инструкторов по этичному хакингу». Мы предлагаем вам новый курс по безопасности веб-приложений. Атака и защита веб-сайтов по AWASP ТОП-10. AWASP – это международный открытый проект, в котором принимают участие различные люди, организации. AWASP известен тем, что предлагает различные рекомендации по безопасности веб-приложений, участвует и даже проводит различные конференции по безопасности. Но главным образом AWASP известен тем, что предлагает классификацию уязвимостей веб-приложений. Она так и называется AWASP ТОП-10. Классификация AWASP ТОП-10 очень популярна. Например, возьмем какой-нибудь профессиональный сканер безопасности, например, HP Web Inspect, и посмотрим на отчеты, которые он генерирует. Отчеты генерируются в соответствии с классификацией AWASP ТОП-10. Наш курс по атаке и защите веб-сайтов согласно классификации AWASP ТОП-10 интересен и уникален. Он интересен тем, что мы не просто изучим, какие уязвимости предлагает нам AWASP, но мы научимся их эксплуатировать. Рассмотрим инструменты и способы, как эксплуатировать уязвимости по классификации AWASP ТОП-10. И более того, мы научимся защищаться от эксплуатации таких уязвимостей. Мы посмотрим, где в коде прокалывается приложение и как писать защищенный код, чтобы хакеры не могли взломать наш собственный сайт. Наш курс будет интересен многим. И администраторам безопасности, и просто администраторам, и специалистам, и всем, кто хочет понять, как хакеры ломают веб-сайты, и как можно защитить собственное веб-приложение от хакерских атак. Добро пожаловать на курс по атаке и защите веб-сайтов по классификации AWASP ТОП-10, Центр специалист.